Находимся на полях Ставропольского края, СПК «Родина» – мощнейшее хозяйство данного региона. Вместе со мной главный агроном Николай Александрович. Мы сейчас находимся в преддверии нового сева, нового сезона. Какие решения для обработки семян вы использовали в прошлом году и почему? В прошлом году, под урожай этого года, мы использовали для обработки семян протравитель фирмы Сингента «Селест Макс». Но почему мы его использовали? Ну, с продукцией этой фирмы знакомы давно. Ни разу нас не протравители, ни другие фунгициды. Мы, кстати, используем и семена других культур, подсолнечника, кукурузы, но не подводили. То есть фирма работает порядочно, дистрибьютор наш в районе порядочный. Вот почему работали с Селест Максом. Но здесь решение такое, что нас интересует и фунгицидный, и инсектицидный протравитель. Потому что баковые смеси делать это несколько сложнее, и потом не всегда они обходятся дешевле. Как обычно, гораздо дороже.